Ну а чтобы утро запомнилось ярким, красочным, бодрым, нужно сделать его еще и музыкальным. У нас в гостях талантливый исполнитель Артур Нерсесян. В 2012 году он стал финалистом вокального ТВ-шоу «My Name Is». А сейчас готовится к кастингу на телепроект «Голос». Привет. Доброе утро. В каком жанре ты работаешь? Я работаю в эстрадно-поп-джазовой манере. Ну вот, насколько я понимаю, сейчас эстрадный жанр все-таки сдает позиции. На первый, скажем так, пьедестал почета выходит опера, выходит классика. Не думаешь все-таки немножко поменять жанр для выступления в «Голосе»? Нет, я все-таки думаю, что каждый человек по-своему сугубо индивидуален. Поэтому я не собираюсь изменять своим принципам. Но вот все-таки как завоевать расположение жюри? Знаете, собравшись на телепроект, моя задача завоевывать сердца вовсе не жюри, а зрителей. Потому что это мое призвание — петь. Ну, давай порассуждаем. Ты прошел, судьи развернулись, всем ты понравился. С кем бы ты хотел работать? Дима Билан однозначно. А почему? А он молодой, такой же энергичный, я очень хотел бы на него. Но у Градского опыта больше, например. Пелагея вообще прекрасна. Ну, к Диме Билану меня все равно больше тянет. Поэтому Дима Билан. Прекрасно. Но все-таки что ты ждешь от этого шоу? Что я жду от этого шоу? Просто... Чего тебе не хватает? Почему ты хочешь туда? Славы не хватает. Просто хочу опыт. Просто опыта. Ну вот, кстати, по поводу опыта. Многие же приходят на данный телепроект уже профессиональными артистами. У многих клипы, у многих альбомы уже гастролируют. А у тебя что есть? Чем можешь похвастаться? На данный момент я являюсь резидентом Центра креативных технологий «Экшн». И в рамках центра реализовывается социальный проект «Формула FaceTime». И совместно с продакшн-студией Division снимается клип на мою собственную песню «You Will Be Mine». И, кстати говоря, 20 апреля состоится премьера, куда мы вас, собственно, и приглашаем. Прекрасно. Спасибо. Я думаю, мы сможем уже оценить творческий порыв и услышать прямо сейчас мастерство нашего гостя. Но сперва мы попрощаемся с телезрителями. Это утро вместе с вами встречали Ольга Гапеева и Дмитрий Степанищев. Доброго дня, приятных встреч. И весеннего настроения. Музыка! Feel my way through the darkness. Gotta buy a beating heart. I can tell you where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand the same God and all for the dream. Well, I will pass me by if I don't open up my eyes, but that's fine by me. So wake me up when it's over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was fading myself, and I didn't know I was lost. So wake me up when it's over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was fading myself, and I didn't know I was lost. I tried carrying the weight of the world, but I only have two hands. Hope I get the chance to travel the world and love heaven plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was fading myself, and I didn't know I was lost. So wake me.
me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was fading myself, and now didn't know I was lost. 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 Didn't know. So wake me up when it's over.